Военизированные игры. Орленок, Зорница – это не новая форма работы, а хорошо, забытая старая. Они вернулись и реально воплотились в жизнь. И самое главное – нашли отклик у ребят. Именно вот так в форме игры у детей формируется чувство ответственности, патриотизма, а не в рамках порой довольно скучных бесед и нравоучений. Действует, получается, проверено на практике. В этом году военизированная игра «Орленок» проходит на базе войсковой части 55-26. Участие в ней приняло 150 школьников Бреста. Целью, как бы, это городская военно-патриотическая игра является развитие системы патриотического воспитания, особенностей готовности подростков к воинской службе, к защите Родины, гармоничное развитие личности вообще, воспитание гражданина-патриота, создание условий для вот, гражданско-патриотического и физического развития молодежи. Вот. Ну и пропаганда боевых, получается, традиций вооруженных сил Республики Беларусь. Игра «Орленок» направлена в первую очередь на военно-патриотическое воспитание молодежи. Ее участники, особенно юноши, прочувствовали на себе, что значит быть солдатом. В этом празднике ощущался командный дух, настрой, желание быть первым, лидером и, конечно же, отстоять честь своей школы. Лидер должен уметь зажечь свою команду, уметь вселить в своих, свой подчиненный личный состав надежду, уверенность в собственных силах и повести за собой. Ребята попали в условия, приближенные к службе и быту солдат. Учащимся нужно было пройти несколько тематических этапов. Прежде всего, юношам и девушкам предстояло показать свои навыки в строевой подготовке. В парадной форме команды прошли по плацу, демонстрируя выправку и слаженность. Вторым этапом стала военизированная эстафета. Ребята собирали и разбирали автомат. Соревновались в боевом развертывании и демонстрировали свои навыки в стрельбе. Да, сразу видно, что конкурсанты ответственно подошли к подготовке. Но не в яблочко попали, но девятку с уверенностью поразили. Юноши и девушки целый год ждали конкурса «Орленок» и уделили интенсивным тренировкам последний месяц перед игрой. Мы особо уделяли внимание строевой подготовке. Несколько раз в неделю собирались отрядом и тренировались. Маршировали, выполняли разные команды. Как на месте, так и в строю. Мы собирались после уроков, иногда на уроках, и готовились. Ходили, у нас в школе есть тир подготовленный. Ходили туда стрелять, отбирались, кто хорошо стреляет, кто хорошо марширует. Бытует мнение, что современных детей интересуют только гаджеты, а турника не видели лишь на картинках. Как бы не так, участники игры доказали обратное.